Что верно, то верно. И вы без сомнения главный врач данного санатория. А, и это не противоречит истине? В таком случае я не понимаю, а чего вы улыбаетесь? Это романтическая история о трудном пути к простому человеческому счастью. Начинается совсем не со взаимной симпатии героев. В санатории на Рижском взморье случайно сталкиваются он и она. Два немолодых человека со своими взглядами на жизнь. Знаменитую советскую пьесу Алексея Арбузова в областном драмтеатре ставят впервые. Режиссер старомодной комедии Петр Орлов уже знаком владимирскому зрителю по спектаклю «Гамлет». Он уверен, новую постановку тоже можно назвать классикой драматургии. И несмотря на то, что она написана в советские годы, в 60-е, в конце, пьеса совершенно не привязана ко времени, по большому счету, потому что вот человеческие чувства, которые есть в этой пьесе, взаимоотношения мужчины и женщины, они вечные. Знаете, как Товстоногов говорил, что каждое литературное произведение классическое поворачивается к новому времени своей новой стороной. Это ж чума, Артём Николаевич! Вы думаете? Да. А по-моему, шляпка. И весьма ехидненькая. Себя на уме. С каждой новой встречей героев обмен колкостями превращается в разговор о жизни, в которой было немало потерь и разочарований. Народной артистке России Галине Ивановой очень близка ее неунывающая героиня. По словам актрисы, в этот образ она вложила личные переживания и эмоции. Кстати, премьера спектакля пришлась на день рождения актрисы. Это ли не лучший подарок? Я уже 45 лет работаю в театре, вот, но каждая премьера – это что-то новое всегда и очень волнительно. Конечно, это немножечко такая рождественская сказка, потому что в этом возрасте, конечно, трудно уже перешагнуть какой-то барьер, но мы показываем, что это может быть, а кто-то у кого-то получится, а кто-то перешагнет, а кто-то найдет свое счастье. Постановщики уверены, этот спектакль будет близок к разным поколениям зрителей, но особенно тем, кто уже многое пережил и готов сопереживать героям. Это, в общем-то, уже давно известная пьеса, и фильм был, и пьеса нашей молодости. Арбузов – это вообще автор, которого мы в свое время зачитывались. Поэтому очень хотелось реанимировать свои воспоминания. Первый раз решили посмотреть, довольно-таки интересно, увлекательно и по содержанию, и, я думаю, по представлению. Что ждет героев и смогут ли они остаться вместе, зрители узнают на спектакле. В следующий раз старомодную комедию покажут уже в начале декабря. Маргарита Махрова, Артем Горчаков, 6 канал.